Да и список вызов грозового Атронаха. Ну, просто замечательно, я думаю, нам это, этот цветочек обязательно где-нибудь да пригодится. Ну что, Лагрольф несговорчивый, бьяч. Эй, ты! Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Лагрольфа, пока он связан, как баран. Я здесь, чтобы спасти тебя, золотой мой. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Так, меня. Я здесь по велению Баэти. Темная госпожа прислала тебя. Погоди. Алтарь Молога Бала. Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркарт. Освободи меня! Дай-ка освобожу тебя от пут. Ну что, освобождаем? Чё нам? Свобода, наконец-то. Теперь прочь с дороги. У меня дело. Так, ну что, теперь нам нужно будет вернуться в тот заброшенный дом, где был полтергейст этот грёбаный. Но перед тем, как мы туда пройдем, я думаю, что нам стоит все-таки как-то вот сюда, наверное, залезть. Тут где-то должна быть какая-то... Да, вот здесь лестница. Давайте осмотрим. Воу-воу-воу-воу, щет! Байба! Напугал меня. Чё ж он там стоял-то? Дожидался чего-то. Изгой, вересковое гребаное сердце. Там что у него с магией, кстати? Давайте гасить его быстрее. Так, ну чё, нормально вроде. Воу! Уе! И поджигаем его. Жом-жом-жом-жом-жом. И захватываем ему душу. Отлично. Подходящий камушек есть. Просто замечательно, друзья. А вот сейчас осмотрим. Я думаю, что там будет много интересных вещей. Вот, например, вот это. Наносит противнику 7 единиц урона огнем. Подожжен нанесут дополнительный урон. Ну, блин, очень тяжелый предмет. Есть только для разочарования. Эльфийский боевой топор льда. Пятнарик, но 633 стоит, поэтому мы берем. Охотничий лук интереса не представляет, вересковое сердце. Ну ладно, возьмем золото 62, ключ от башни Красного Орла. Все, в остальном нам тоже ничего не требуется. Здесь может быть тоже стрела у него, крохотный камень, хорошая награда, считаю. Фазанья грудка пусть остается, пусть гниет вместе с ним. Так, они тут, видимо, что-то охраняли. Вот здесь он, кстати, сидел, отдыхал. Но вот, возможно... Ух ты! Обряд Красного Орла. Найти меч Красного Орла. Ну вот, и квестик схватили-ка, глядите. Значит, обряд Красного Орла. А мы в клинок человеческой кровью принеси его в Каэрн, мятежника, вместе со своей жертвой произнеси такие слова. Владыка Красный Орел, вождь древних, первейший и старший среди людей предела. Услышь свой народ. Мы все еще боремся за свободу, и наши мечи все так же темны от крови. Обрати на нас свой взор и вновь даруй нам благословение. Я возобновляю древний обет, когда наши земли наконец избавятся от гнета. От гнета, наверное. Мы вернемся с твоим мечом свободы в руках. Восстань же тогда, у великий и своей супальницы, верни себе украденный трон. Правь нами вовеки, о верховный владыка предела. Книженцу берем, будем ее подсчитывать, так сказать, на досуге. Здесь у них стол, как видите, для жертвоприношений. Вот Лидочка, смотрите, воскресила вот этого очень неплохого, так сказать, человека. Он действительно будет сражаться на нашей стороне. Посохами она управляется гораздо лучше меня, поэтому так ей все, наверное, оставим. Здесь очень огромный сундук. Вот, и легенда о Красном Орле. Стоимость 5. Даже трогать не будем. Эльфийский щит забираем, и сильное зелье запасы сил. Сейчас мы на Лидочке все это скинем, поспим, наверное, часика 2. Ну, раз мы к кровати подошли, поэтому, ну, да, чувствую, что отдохнул шикарно. Двемерский меч, нет, золото, отмычка. Ежерелье малой скрытности, оно стоит 1000 по... На рыночной цене, не по цене торговца, но при этом весит, смотрите, полкилограмма всего лишь. Скрытность, у меня, по-моему, там кольцо, кстати, было скрытность, поэтому я думаю, что эти вещи нам должны пригодиться вот в этой локации. Думаю, что там не все так просто может оказаться. Поэтому давайте, друзья, мы с вами заходим. В принципе, можно было бы, наверное,
попробовать открыть отмычками эту дверь, да? Ну, у нас был ключ, поэтому ладно, фиг с ними, со всеми. Так, пяточек стоит, пяточек, ничего здесь интересного нет. Здесь паутины тоже, к сожалению. Давайте как-нибудь, наверное, подниматься туда наверх, посмотрим, куда там ведет этот путь дальше. Здесь, да, что-то нужно опустить, чтобы пройти. Ну, какой-то рычаг здесь точно должен быть. Так, урна. Урна. Везде золото. Кстати, сколько золота я уже забыл? 30 тысяч. Ну как, друзья, я думаю, этого достаточно вполне будет, чтобы не собирать нам какие-то вот эти, постоянно обыскивать какие-то ящики. Ну, чем черт не шутит, будем покупать дома, подкупать госслужащих, ну вот и так далее. Смотрим, смотрите, еще один сундучок, замок новичок. Но если сломаю на новичке, это будет вообще просто позорище. Ну, тут, как видите, проблем никаких не возникло. Здесь безупречная граната и золотишко. Тоже все в цене на черном рынке. Все это у меня обязательно приобретут. Так, здесь посмотрим, пожалуй. Здесь вообще смотреть нечего. Очень много сгоревших книг я в последнее время встречаю. Не знаю, с чем это связано. Итак, ну что же, отсюда открывается просто прекрасный вид. Прекрасный вид на близлежащей территории. Ну, больше здесь ловить нечего, поэтому мы сейчас быстро с вами переместимся, пожалуй. Пожалуй, мы с вами переместимся к Картвастен. Давайте сейчас попробуем поближе. Так, совершить быстрое перемещение, да. И ищем сейчас с вами будущую пророчицу, а потом уже можно будет на самом деле возвращаться в маркер, так сказать. Ручки опустим, чтобы никого не пугать здесь. Народ здесь особо пугливый, поэтому... Ну зачем нам это надо? Я один из немногих коренных жителей предела, кто владеет землей. Меня из-за этого не слишком любят. Я ищу девочку, которая живет где-то здесь. Боги мои, поговори об этом лучше с Энмоном. С Энмоном... Кто здесь главный-то? Моя семья владеет Картвастеном уже несколько поколений. В пределе это редкость для ненордов. Радости мне, правда, с этого мало. Норды думают, что я за изгоев. Изгои думают, что я за нордов. Угу. Сделал... Воспользовался паузой, сделал несколько глоточков. Как я говорил, когда много говоришь, очень быстро высыхает горлышко, так сказать. Так, ну что, с Энмоном. Где нам искать Энмона? Давайте его попробуем найти. Дом Энмона, я так понимаю. Вот он, прямо перед нами. Прямо перед нами, но я надеюсь, здесь открыто. Ну, даже если закрыто, будем его ждать. Мухомор еще собрали. Ой, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, давайте лучше подождем. Ну, сколько будем ждать? Давайте подождем. Часика три. В принципе, ночью можно было это все взломать. Вот, но я не знаю просто, как отнесутся. Блин, боюсь. Давайте быстро сохранимся тогда. Может быть, где-то Энмон здесь находится? Какая-нибудь таверна тут наверняка должна быть. Ух ты, батюшки, а что я вижу? Я вижу здесь точильный камень и колун. А нафига? Нет, колун слишком дешевый, но вообще не понадобится. Бараки шахтеров. А куда они все, интересно, делись? Вот такой вопрос. Ладно, попробуем взломать. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Может, там это будет девочка как раз сидеть. Давайте открываем с одной отмычки. Все это нормально у нас получается. Так, Лидия. Ну, я надеюсь, никто нас палить особо не будет. Смотрите, есть несколько зелий. Кража. Так. Оу. Так, главное, чтобы они особо не ругались, потому что не хочется заново начинать здесь все. Девочка. Энмон. Угу. Кража из сундук. Тут, кстати, можно поспать пока в их кровати. Так, синее одеяние, лошадиная шкура. Угу. Нет. Может быть, здесь в комоде у них есть деньжат какие-нибудь. Нет, в комоде... О, смотрите, какие они бедные. У них тут всего 5 монеток золотых. Вот, знали бы они, сколько у меня... Вот, кстати, наверное, надо их где-то будет складировать, потому что деньги-то мне особо-то не нужны. Но, в принципе, боюсь, что где-нибудь меня дограбят. Есть такое волнение. Ну что, давайте тогда сейчас выйдем. Типа у нас тут не было, и будем ждать тогда их снаружи. В принципе, можно было поспать, но если бы они обнаружили нас в своей кровати, я думаю, они бы особо не обрадовались. Ладно, подождем сейчас 7 часов. Посмотрим, как изменится обстановка. Потому что нам все-таки нужно найти где-то Вейнмона этого. Оуе! По-моему, кто-то зашел. Открыть замок. То есть мы опять его пропустили. Правильно я понимаю? Угу. То есть замок уже восстановили. Ну, давайте смотреть. Сейчас попробуем. Снова заходим.
Там просто дверь дернулась, я думаю, что там типа кто-то был. Ну смотрите, инмона нет. То есть, оказывается, это и не так-то просто найти нам этого человека.